редактировать этот кубик, то мы видим, все кубики редактируются, да? Всех приветствую, вы на канале 3D.net, и мы продолжаем изучать вкладочку «Объект». На очереди у нас отношения. Создать грань экземпляра. Давайте разберем. То есть, к примеру, у меня есть несколько кубиков. Например, я создам два кубика. А как это работает? Один из способов вот, создать грань экземпляра, у меня создается дубликат кубика. Вот он, дубликат. И теперь, если я буду к дубликату применять, ну, самое такое простое, что мы можем посмотреть, это массив. Сделаем его по смещению кривой. Сделаем тут сразу 3 метра. А далее создам кривая, окружность. Делаю больше. Выбираю дубликат. Именно, заметьте, выбираю именно дубликат. Далее здесь меняю тип кривая. Объект кривая. Добавляю деформировать по кривой. Деформация кривая. Выбираю кривую. Вот, что получаем. Получаем по итогу то, что есть кубик, который мы можем редактировать. И есть дубликат, который у нас, на который применился модификатор. То есть в случае, если я сейчас начну редактировать этот кубик, то мы видим, все кубики редактируются. Да? А что будет, если мы, к примеру, будем без дубликата? То есть вот у меня есть объект. Я до него сделал то же самое, там массив, к примеру, да, там писать кривую, постоянное смещение, здесь убрал, здесь пусть будет сразу 3. Далее создал еще одну безе, растянул. Добавил это безе сюда, добавил деформацию по безе. Вот, и мы видим то, что в данном случае, когда у нас нет дубликата, у нас все редактирование будет идти именно от кубика, в котором мы применили модификатор. Вот он разместился по кругу. И тут уже несколько методов, как вы будете создавать, допустим, добавлять модификаторы и как с ними работать. Вот. Конечно, мы все это можем подключать, вернуть на место и попробовать отредактировать. Но в данном случае мы уже не видим, как оно располагается здесь и как выглядит. И еще одна очень важная особенность, когда мы делаем объект отношения создать грань экземпляра, то при применении вот модификатора массив по кривой у нас нету деформации. То есть мы видим то, что кубики, они одинаковых размеров, нету каких-то видимых изменений. Если я делаю все то же самое, вот здесь вот у меня есть просто кубик, я до него добавил массив кривая, и мы видим то, что происходит деформация по кривой. Также я добавил еще через Alt-D дублировать, то есть вот здесь у меня главный кубик. Если я его начну редактировать, то вот эти кубики тоже будут изменяться. Но все же у нас остается уже искривление форм. А на этом все. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду очень благодарен вашей поддержке на Boosty. Приглашаю на российские площадки, если кто смотрит с YouTube. У меня есть ВК, Дзен, Рутуб. То есть этим вы мне поможете в развитии. Всем всего хорошего, пока.